Здравствуйте, я домовенок Кузенька. Очень люблю петь и танцевать. Люблю разные истории слушать. Вот потому и поселился я здесь, в театре. Сегодня приглашаю вас на новый спектакль. Приятного просмотра. Все постепенно. Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, кто летел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря просто так. А у меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость, а у вас? А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть и сплются не хотят. А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас водопровод, вот. А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только улица немножко. Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар. Нам купили синий-синий, призеленый красный шар. А у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два. А в-четвертых наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. С лесенки ответил Вова. Мама, летчик, что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы инженеры. А у Лёвы мама повар. Мама, летчик, что ж такого? Всех важнее, сказала Ната. Мама вагона вожатый, потому что до зацепы водит мама два прицепа. И спросила Нина тихо, разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это тоже хорошо. Повар делает компоты, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы разные нужны, мамы разные важны. Дело было вечером, спорить было нечего. Ребята, как вы думаете, чему учит театр? В своем небольшом спектакле мы хотели показать, что театр учит понимать отношения людей. Уметь слушать, говорить и наблюдать. Любить окружающий мир, выражать свои эмоции. Театр – это праздник чувств и мысли. Любите театр так, как его любим мы!